Протесты в связи со смертью афроамериканца Фредди Грея в полицейском заключении в Балтиморе распространяются на другие города. В четверг сотни человек вышли к зданию городского совета в Филадельфии. Люди выразили обеспокоенность в отношении случившегося, а также в отношении полиции в их родном городе. Я надеюсь, люди поймут, что мы сыты по горло нашей судебной системой, которая должна начать выполнять свою прямую задачу – предоставлять нам правосудие. Я вижу это как движение за права граждан, и я не могу просто сидеть дома. Если вы не делаете ничего, чтобы поддержать происходящее в связи с жестокостью полиции, если вы храните молчание, тогда вы становитесь соучастником этого. Собравшиеся выкрикивали «Нет правосудия, нет мира» и «Черные жизни имеют значение». На охрану порядка было направлено несколько десятков полицейских. Тут проходят протесты, это можно понять. Но мы также будем здесь, чтобы защитить их права. Это то, что мы должны делать. Полиция должна защищать конституционные права всех людей. Мы верим в это. Мы собираемся это делать. Протест в Филадельфии последовал за несколькими днями беспорядков в Балтиморе. Там демонстрации перерастали в стычки с полицией и сопровождались погромами, поджогами и мародерством. Фредди Грей скончался 19 апреля, проведя под стражей неделю. Арестовали его по подозрению в криминальной деятельности.